Теперь мы перейдем к удлинению пауз, которые у нас обозначались буквально точечками на конце вдоха и выдоха. Теперь мы их чуть продлим. Приятно. Все. Мы сделаем три раза полное, так называемое полное удеяние, когда мы выдыхаем, подтягиваем живот. 3-5 секунд. Потом пара дыханий свободных и повторим так 3 подхода. Потом мы перейдем уже к паузе, к удлинению паузы после вдоха. То есть мы когда полностью вдохнем, задержим слегка эту паузу, чуть продлим, подбородок приопустим, то есть Дзландхара-бандха, и тоже в районе 5 секунд приятно замрем, потом выдохнем и пару дыханий свободных, и так 3 подхода здесь. Также сели удобно. Подбородок всегда чуть-чуть, как раз это называется позиция Джандхары, чуть-чуть приопущен, чтобы у нас была поясница в том самом пространственном положении. Начнем с выдоха. До нуля опустошили. И снизу вверх. Свободный вдох, 6. Сверху вниз выдох. Первое удеяно. Делаем вдох свободный. И плавно опустошаем выдох. В конце даже можно чуть-чуть мягко до выдох. Опустошите. Живот чуть потянули внутрь и вверх. И затем отпускаем живот до выдох чуть-чуть. Затем уже вдох плавный. Свободный выдох, сверху вниз, еще дыхание, свободный вдох, сверху вниз выдох, вторая, удеяна, вдох. Плавно опустошаем сверху вниз. В конце даже можно чуть-чуть до выдох. Подбородок приопустили. Чуть вытянулись. Подтягивая живот. Живот сначала отпускаем, потом до выдох. Затем уже плавный вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. И третий удеяна. Вдох. Плавно опустошаем легкие. Без стресса. Вы опустошили. Чуть подвытянулись. Приятно замерли. Подтягивая живот назад и вверх к позвоночнику. И затем сначала опускаем живот до выдох, потом уже, чтобы был вдох более плавным, начинаем вдыхать. Вдох проходил без рывка характерного такого. Свободный выдох. Свободный вдох. Заполнение нашего кумбха, горшка. Выдох. Еще одно дыхание, вдох. После него перейдем уже паузам после вдоха. Выдох. И теперь первое джандхара. Вдох. Постепенно позаполняем наш горшок до краев. Сердце приподнимается навстречу нему. Опускается подбородок. Руки могут быть слегка подвытянуты. Примерно 5 секунд. Приятно замерли. Может быть, счет про себя. И затем плавный выдох. Свободный вдох.
Выдох. Еще одно дыхание, вдох. Выдох. Вторая джанхара. Вторая кумбука, вдох. Наполняем. Максимум. Пауза. Подбородок навстречу поднимающемуся сердцу. С достоинством. Как лебедь с длинной шеей спит. И затем выдох. Постепенное опустошение до нуля. Свободный вдох. Выдох. Еще одно дыхание, вдох. Выдох. И третье. Кумбака Дзванхары, вдох. Максимум. И затем прикрыли горшок наш. Счет про себя. И затем мягко, плавно отпускаем, выдыхаем сверху вниз. Свободный вдох. Выдох. И на этом мы заканчиваем наше основное задание и традиционное задание со звездочкой. Мы сделаем обе паузы одновременно. Мы сначала будем делать паузу после выдоха. Это наша удьяна полная. Буквально 3-5 секунд. Потом сразу на выдох, вдох. Как раз вот эту пустоту мы заполняем, свежую пустоту до краев. И на максимуме. Джаландхара, кумбака, пауза. Тоже примерно 5 секунд. Затем выдох. И свободное одно дыхание. Два, соответственно, вот мы сделаем. И потом также второй цикл из удьяны и джаландхары. Они встречаются, эти паузы, сразу в одном цикле дыхания. 3 раза. То есть не забывайте, что это требует не усилий, а времени. Главный ориентир пранаяма должен быть приятный, а не неприятный. Сначала настроимся, одно дыхание. Свободное, выдыхаем до нуля. Начинаем снизу вверх, вдох. Сверху вниз, выдох. Теперь мы сделаем вдох. И плавно полная удьяна. Выдыхаем, опустошаем. И микропаузы. Мы живот чуть тянули. Можно чуть руки использовать, чтобы отталкиваться, чтобы вам удобнее. Затем отпускаем удьяну мягко. Выдыхаем до нуля. Еще раз, да, выдох. Вдох, пурака называется. Постепенно заполняем максимум до краев и прикрываем джаландхары, подбородок навстречу сердцу. И затем выдох. Свободный вдох снизу вверх. Выдох. Еще вдох. Выдох. Второй цикл. Сначала вдох.
Полный выдох. В конце можно даже чуть мягко довыдох сделать, затем чуть подвытянуться. Чтобы легче втягивался живот, естественно. Про себя счет примерно до 5. Затем отпускаем удияну и довыдох. Перезапускаем и тазовое дно, вдох свободный. Точнее, наполнение для умбаки после. И пауза, также сердце расширяется во все стороны. Вперед, в бок, назад даже. И затем выдыхаем сверху вниз. Свободный вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. И третий цикл дыхания. Вдох. Полный выдох. Мягко можно даже чуть-чуть до выдох. Небольшим усилием, естественно. И полная удияна. Чуть подвытянулись, приосанились. Сначала отпускаем удияну, живот до выдох. Затем уже вдох. Наполнение пурака. Снизу вверх постепенно заполняем до краев. Пауза. Подбородок навстречу груди, джаландхара. И затем выдох. Свободный вдох. И выдох. На этом звездочка погасла. И можно либо еще понаблюдать послевкусие выполненной практики, медитировать на ощущения, которые в теле остаются еще свежими какое-то время после выполнения вот этой пранаямы, либо лечь в шавасану, отдохнуть. Спасибо.